Испанцы побережья Бразилии открыли и наткнулись на чудо рты открыли, что привело их в панический страх, что шокировало, как вспышка в глазах. Таинственная земля низвергала на все лады в океан огромной массой клокочущей воды. Со стороны казалось, что сам ад развернул широко свою пасть водных водовороты кишели стволами могучих деревьев, вырванных с корнем новых и новых мгновений. Плавучие лесные островки, отторгнутые от суши, усиливали ужас этого хаоса через уши, в души. Суеверные испанцы крестились испуганно, спрашивали у индейцев, что это за пугало. Бог, отвечали туземцы, грозный бог Амазона, с их языка означало крушитель лодок, как икона. Было устье какой-то мощной, могучей реки. Испанцы обходили водовороты, от них не уйти. Опасались за участь своих судов место проклятое. Здесь многие смерть нашли, свое небо закатное. Авантюристы Писаро, завоеватели Перу, вторично открыли то же место, реку Перу. Но на этот раз у ее быстрых истоков Анд, из которых образовывается убийца-гигант. Побережье Бразилии открыли и наткнулись на чудо рты открыли, что привело их в панический страх, что шокировало, как вспышка в глазах.
Таинственная земля низвергала на все лады в океан огромной массой клокочущей воды. Со стороны казалось, что сам ад развернул широко свою пасть водных. Водовороты кишели стволами могучих деревьев, вырванных с корнем новых и новых мгновений. Плавучие лесные островки, отторгнутые от суши, усиливали ужас этого хаоса через уши, в души. Суеверные испанцы крестились испуганно.